профессиональной лиги силового экстрима при поддержке Федерации силового экстрима России и телеканала «Спорт» представляют серию передач «Самый сильный человек». Западная Украина принимает командный чемпионат мира 2007 года по силовому экстриму. 8 команд из разных стран приехали сюда, чтобы побороться за звание сильнейших. Мы увидим выступления сборных Украины, Соединенных Штатов, Германии, Англии, Финляндии, Литвы, Польши и, конечно же, России. Первый день соревнований проходит в городе Ивано-Франковске. В борьбу вступает первая подгруппа. Сборная Германии, куда вошли также австрийские спортсмены. Команда Финляндии полной решимости выйти в финал соревнований. Опытнейшие атлеты составили сборную Соединенных Штатов Америки. Ну и хозяева чемпионата, украинские богатыри во главе с капитаном сборной Василем Верстюком в готовности победить соперника.